Вот, друзья, мы видим аватиях, арбузы, аватиях. А тут мы видим капусту. Капуста на иврите крув. Крув, аватиях. Кама за олю аватиях? Кама за оле? Арба шекель кило. Кило, да? Ага, арбуз стоит 4 шекеля килограмм. А вот перед нами дыни, друзья. Дыня на иврите милон. Милон стоит 12 шекелей килограмм. Милон. Ну, друзья, мы зашли в магазин при рынке. На рынке, как всегда, столпотворение. Шум, гам. Я не знаю, слышите ли вы меня. Вот, но нам здесь в магазине тоже нужно кое-что купить. Вот я сейчас посмотрю по списку. Кстати, что мне жена заказала? Хлеб, сметана, майонез, алия, масло. Ага. Значит, ищем по списку. Вот здесь у нас есть йогурт и здесь у нас есть сметана. Вот сметана. Шмена. На иврите сметана шмена. Шмена стоит 5,50. Вот такая упаковочка. Пол-литровая. Так. Следующее нам нужно майонез и хлеб. Шмену мы купили. Вот мы видим молоко. Молоко. Молоко на иврите будет халав. Так и написано. Халав. Вот мы видим сосиски. Накникия, как мы помним. Ага. Вот растительное масло. Растительное масло тоже так и называется. Как и шемен. Но надо выбрать то, что нам подходит. Вот кукурузное масло. Итак, хлеб, сметана, майонез. Майонез. Майонез в другом месте находится. Так, вот и майонез. Ну, майонез на иврите так и будет майонез. Это слово заимствовано в иврите. Так, а что-то я не вижу того майонеза, который мы обычно покупаем. Ага, вот он. Майонез стоит 10,99. Почти 11 шекелей. И нам осталось купить хлеб. Хлеб на иврите лехем. Лехем. А вот и хлеб. А вот, к сожалению, такого хлеба, как нам нужно, здесь нет. Мы будем искать его в другом месте. Вот орешки, уже запакованные под ним. Шоколад. Шоколад так и будет на иврите. Шоколад. Идем на кассу. Касса на иврите называется купа. И сейчас нам купает, кассирша посчитает. То, что мы купили. Кама за оле? Срим вешеш вахец. Это 26 шекелей. Сейчас мы заплатим девушке 26 шекелей. Яков, кама за удматков? Пожалуйста. БВКШ.
Нам дадут сдачу. Сдача на иврите одев. Туда раба. Проверим. Правильно? Правильно. Одев. Ну и пойдем дальше. Вот так, друзья, выглядит израильский рынок, точнее, тель-авивский рынок. Мы в основном купили то, что нам нужно. Осталось только купить хлеб. Идем искать хлеб. Вот мы видим сладкие пироги. Гвина – это сыр. Здесь сырные пироги. Сырные пироги, пирог на иврите уга. Гвинат уга. Уга гвинат. Сырный пирог. Яблоки на иврите, друзья, будут тапуах. Как картошка похожа. Картошка тапуах адама. Яблоки тапуах. А вот мы там видим перец, зеленый такой, видите? На иврите перец пильпель. Пильпель. Так, идем дальше. Вот тут продают лехем, хлеб, но тут нет такого, который нам нужен. Вот такое, как бы сказал русский человек, сумасшествие творится на восточных рынках. Не пройти, не проехать. Продавцы кричат. Они наоборот распаляют пыл. Разогревают атмосферу продаж. Длинный поезд из коробок. Вот на книг йод, сосиски, на книг колбаса. Помидоры агваньот. Перец, лук, бацаль, бацаль лаван, бацаль адом. Мелафоним, огурцы. Апарсик, перцы, лимон. Лимон так и будет, лимон. Яблоко тапуах, картофель тапуах адама. Ну, идем за хлебом, друзья. Ну вот, мы зашли в русский магазин. Тут можно выбрать вино. В Израиле, друзья, очень вкусные вина. Вино на иврите будет яин. Сейчас мы выберем какой-то яин-моток, сладкое вино. Вот моя супруга. Моя супруга любит вино. Вот это Кинг Давид. Мы возьмем это вино, Кинг Давид. Водка так и будет. Интернационально на иврите водка. Тут можно купить несколько сортов русской водки. Водка нынче подорожала в иврите. Бутылка стоит 49,90, 50 шекелей. Хлебный дар. А раньше стоило 35. Так, что тут еще есть? Тут есть еще пиво. Пиво на иврите, друзья, звучит бира. Бира. Итак, я им вино. Бира. Пиво. Ну а водка – это водка. Ну на этом, друзья, мы заканчиваем наш урок.
иврита. Спасибо за внимание.